еще один интересный момент при работе с кувалдой, это бочка идет для именно рубки. Стоит уделить внимание нижней руке. То есть если мы рассматриваем при замахе, мы толкаем верхней рукой, то здесь уделяем внимание, как будто вот этой руки нет, мы замахнулись и доводим движение нижней рукой. Именно максимальное усилие создаем это вложение именно ей, то есть не двумя руками, а как при рубке, чтобы все усилие шло ей. Замахнулись и ударили нижней рукой. Как подводящее упражнение к этому может быть работа с упругим медболом. То есть есть мягкие, ими лучше работать в паре, есть типа баскетбольный мяч. Замахиваемся, даже если согнули руки, вниз они опускаются прямыми. То есть усилия создаем именно, усилия вниз прямыми руками. Пробуйте. Ищите.